Найкушем. И сейчас мы с вами будем смотреть матч, возможно, два матча Герта против Манчестер Юнайтед. Это у нас 1-2, то есть полуфинал. Победитель выходит в финал. Напоминаю, вторая пара, если не ошибаюсь, Барса-Селтик. Да-да-да, не удивляйтесь, это Барса-Селтик. Сейчас мы вообще перейдем к, вообще к тому, что представляет себе одна и другая команда. Я тут быренько так просто можете пробежаться. Я не буду это все зачитывать, но видно то, что, что представляет себе МЮ, что Герта. То есть, как бы, Герта достаточно слабее, но у нее больше игроков. За счет этого можно как-то вылезти. Ну, тут просто реально такие игроки, блин, офигеть, скиллы общие. Мне прям голова кружится. Ну, ладно. Это все закрываем и переходим непосредственно к матчу. Перебежимся по составам. Видим Рафаэль, Керрик. В центре Видаль играет, МЮ. Так, тут Азар. Ну, короче, пипец. Ван Перси, Руни. Охереть состав, ребята, охереть. Азар входит в штрафную, бьет не точно. Да, тут у нас Куртуа, Сантана, Кьяер, любимый всеми семьянин Хеглер, Санчес. У него там Мусача. По-моему, рыло какое-то кривое у него немного Мусача. Навес Дюмбуа! Вот это момент. Опять не забивает. Вновь там футболисты у Герта не забивают. Вот нормально. Санчес подает. Навес неплохой. Дюмба играет в атаке с Думбио и с Дюмба. Демба, Думбия и Санчес. Вот такой вот. У нас трезубец атаки Герты. Тоже неплохой, кстати, в принципе-то. Азар, Ван Перси, Керрик. Санчес. Ну, тут такой пасик не алё. Думбия. Думбия. Дальний удар! Гол! Нихера себе! Неплохо. Наш старичок забивает Думбия. Гол неплохой. С носка так бахну. Я так люблю на поле бить. В упор, когда играешь на всяким мини-футбольном таком покрытии. Можно так бахнуть спокойно. Вратарь не успевает среагировать. Ну тут в дальний угол он улетел. Отличный гол. Ну вот, Герта повела в счете. Интересно, чем закончится это противостояние, но это у нас только начинается. Сегодня еще проходил Лига Европы. Там Удинеза выиграла Вольфсбург. И Вольфсбург официально сложил свои полномочия. Навес! Неплохой, но Хегелер, что-то Гилер вообще. Прям першит, надо будет в перерывчике чайку налить. Так, а в перерыве можно будет ставить лучших игроков команды. Азар! Ошибка в защите. Азар из... бьет он нижней стороной стопы и не попадает. Яйр. Мармера. Гуидеха. Фил Джонс. Навидаля. Каррик. Каррик хорош. Азар. Боже, как же он терзает оборону. Спокойно обходит и под влиянием игроков не может ничего сделать, бьет криво. Под влиянием, ну, это я имею в виду, конечно же, под опекой. Ну, просто под влиянием действительно защитников не смог ударить достойно. Демба, есть шанс пройти, Демба, отлично, дальний удар, пушка, страшный гол! 2-0. Неплохо получилось Демба пробить. Развернул он защитника и ударил, точно. Три удара, два гола. Пока что у Манчестер Юнайтед хуже с реализацией. Кьяер. Неплохо на Демба, Демба. Выход 1-1, удар мимо. Но такой момент не всегда реализуется. Какая-то пауза у нас в игре.
Да, чай надо определенно налить. А то шавуху, короче, сам сделал. Шавуху, шаурму, если кто не знает шаурму. Шаверму, да? И, короче говоря, круто сделал там с грудок. Снял куриных, филешку все сделал как надо, вообще супер. Крутая тема, это вам нюхачей покупать каких-то. Уэйн Руди! Ног Яйр, семьянин, отверженный идет под Катей и не дает ничего сделать. Пока Герта выглядит лучше, хотя у МЮ были уже моменты, какие-то закидоны. Так, Санчес, тут Родригес. Да, в МЮ, конечно, охереть, игроки собраны. По-другому я назвать и не могу. Так, Феллини, Видаль. Да, не выстрелил, но попадает в Куртуа на месте. Но хотя, боюсь, если бы было в угол, он бы не смог среагировать, не успел бы. Так, ну что у нас? В позиционку уходит Герта, хотел сказать, но Феллини там все читает. Все, это один пас. Видаль. Может получиться контратака неплохая. Видаль. Надо что-то быстро делать, но он разворачивается 100 раз. Родригес. Туда-сюда бежит неплохо. Керрик. Есть шанс вывести. Ван Перси 1-1. Прокидывает и вновь не забивает под опекой. К сожалению, игроки бьют хуже. Или к счастью. Не знаю, кому как. Но когда ты аккуратно бежишь и бьешь спокойно, то они чаще забивают. А так нет. Везет пока Герти. Три момента уже таких было у МЮ, неплохих для реализации, но чего-то не хватило. Это чего-то может аукнуться во втором тайме, да, первого матча. Надеюсь, что они дадут мне шанс успеть. Санчес, но в офсайде. Я не буду показывать голы, потому что уже как-то раз было такое, что они вырубали, ну там я на другом проекте. Ох, МЮ пока что-то не собрано играет. Откровенно говоря, Думбия, Санчес, неплохой пас на Ладно. Ударил, так ударил по небесам. Видаль. Что придумают? Ну, пока ничего не придумают. Так, Думбия бежит неплохо. Санчес, неточный пас, Демба. Ну, пошла борьба. Атаки прекратились, вот эти скрупулезные. Звездные. Так, Демба и штрафной, перспективный штрафной будет катить. Или будет бить. Ну, не думаю, что на фараоне будет бить. Посмотрим, посмотрим. Ну, Демба хочет исполнить. Удар, ой-ой-ой, опасно. Кстати, ну, со стороны казалось, что опасно. Не, ничего опасного там не было. Там далеко. Неточный удар. Ну, за попытку можем отметить, что все-таки не стал скидывать под удар. Ван Перси выход 1-1. Куртуа успевает. У Ван Перси не та уже скорость, конечно. По-моему, даже вот тут у него в игре не супер самая крутая скорость, поэтому. Азар. Вот Азара скорость большая. Удар. И вновь Азар. Порит момент. Очередной момент. У Азара уже момента 3 было. 100% это точно. Ну, не 100%, в тех случаях очень голевой момент. Может быть, пытается сейчас Вадос наказать его? Не знаю, посмотрим. Но пока Равлик что-то очень много засирает. Я думаю, что паника был бы в шоке. Ну, азарт, скилл там какие. Ого, мы еще с вами посмотрим. Впервые Санчес, и вот, наконец-таки, Дехея вписывается в эту тусу. Демба! Под удар, если покатить. Дембия. Гилер, ну, куда там 100 защитников стоит?
И все, отбивается Манчестер Юнайтед. Ну, вы знаете, сейчас мог 3-0 быть. Ну, так я скажу, что охереть, что было. Офигеть. Дают показывать. В общем, что, давайте посмотрим самых сильных игроков. Ну, конечно, вот не вижу сразу Руни. Смотрите, я как-то в своей трансляции говорю, у него единственная защита так себе. И вот прыжок у него не алё, да? И кипер скилл, то есть у него все скиллы вообще в порядке. То есть он может играть на любой позиции, кроме центрального защитника. Он может даже опорника сыграть за счет там скорости, выносливости, ББ, там, я не знаю. В общем, короче, вот. А что касается тут Куртуа, Сантана, Ромео, который, кстати, не играет. По-моему, у нас не играет. Ну, в общем, сами смотрите. И, ну, Санчес. У него реализация голевая плохая, но просто бегунок, короче. Ладно, давайте не отвлекаться. Это я вам так чисто показал. Может, кто не знает. Ну, да, я вообще не знаю, смотрит кто-то или нет. Если смотрит, то привет. Еще раз. У нас тут Лига Чемпионов, первый матч и 2-0 пока что. Руни. Ну, Руни это вообще, я говорю, читак такой дикий. Ван Перси выход 1-1. Опять не успевает эта скотина. Летучий голландец вообще такой, не знаю, такой долгий. Это жесть. Хазар отнимается мяч. Хазар одного мотал, второго не хочет. Филайни, пас на Керрика. Керрик на Руни. Катит Руни. Разворачивается, перекладочку заложил. И опять пас говно. Ван Перси хреновую позицию занял. Вообще, Манчестер Юнайтед, что с тобой? Соберись. Читаки такие, играйте как мешки с говном. Давай, побежали. Азар. Керрик. Ну, Ван Перси будет что-то... Он под катем бьет. Ну, я не знаю, ребят. Как его там убивать или обсирать. Ну, чай я не успел себе сделать, поэтому придется, наверное, в перерыве между матчами. Я надеюсь, что все-таки второй матч будет. Так, ну что, Видаль? Катит на Азара, но тут нормально играет защитник. Еще раз. Санчес, есть простор, вот чтобы свои скоростные данные показать. Думбия. Филайни все контролирует. Мразь такая. Волосатая. Ну что, Кьяэр. Ну и заставляет Равлик ошибиться. Вадосу. Рафаэль катит на Руни. Руни в одно касание. Удар очень плохой. Пока Равлик не особо играет, если честно. Азар. Ну тут... Раони отлично играет, Куртуа выносит. Пока борьба у нас без моментов особых. Думбия, выход 1-1. Удар и Дехея второй раз тащит свою команду. По моментам уже, я думаю, сравнялись. Что Руни только что сейчас сделал? Одному ему видно. Ван Перси под левой. Мяч под левой. Можно бить. Ну... Надо было как-то, наверное, в сторону уйти, прежде чем бить. Ну, в общем, ничем не закончится. Но момент был нормальный, он прогрызался там с защитниками. Ван Перси отнимает мяч. Ух. У защитников он отгрызает мяч. Но, не, пока Ван Перси мне вообще не нравится. Мешок какой-то. Заброс на Думбию. Снимает с головы Джонс. Опасные скидки назад. Санчес. Накидка на Думбию. Удар. Но там блокирует защитник. Дехе дает на Родригеса. И уносит в аут. На Петровском играем вообще нормально. Тема. Да пофиг вообще. Я забыл поменять стадик. Иван Перси. Левая нога. Удар. Куртуа.
Демба вообще там в центре что-то делает. Поворот неправильный. Руни. Отличный пас на Ван Перси. Ван Перси, Ван Перси, удар подливает зачем-то Ван Перси. И защитники уже просто ему по ногам там начали фигачить со всей силы, отоваривать. И не смог он добить уже в пустые ворота. Но вы знаете, Куртуа очень много своих футов уже сделал. Ну, плюс. Ну, пока реализация у Манчестер Юнайтед просто, ну, я не знаю. Дерьмовая. Думбия еще мог там вратаря обмотать, если бы не офсайд. Пятками играет, Родригес теряет мяч, Мусачо. Пас на Зара, Зара разворачивается, катит на Ван Перси. Азар, навес, удар, гол, Ван Перси. Все-таки забили. А что там Демба вообще делал? И почему он не выбил ногой? Ну, какой-то бредовый гол. Но все закономерно, ребят, все закономерно. МЮ заслужил как минимум этот гол. Посмотрим, что ответит Герта. Может, устраивает такой счет, не знаю, посмотрим. Демба. Положение вне игры. Идет возня. Азар. Прострел. И все нормально в защите, пока у Герты не учитывая, что тот мяч пропустили, если не беря в расчет. Ну, что? Ждем. Видаль, Азар, Руни, Азар, входит в штрафную, катит удар и гол. 2-2, ребята, 2-2. На пустые там катил, и Руни забивает. Смотрим повтор, играют они в такую... Ну да, тут не было чит-шота, хотя там Хаби сейчас, конечно, в шоке. 2-2, ребята, вот так вот камбэкается Манчестер Юнайтед. Ничего. Интересно будет второй матч, естественно. Так, ну чего? Остается 5 минут, и видим, что МЮ перехватило инициативу полностью. И сейчас Азар выходит 1-1. Удар! И Куртуа каким-то там пальцем, ногтем, я не знаю, чем отбивает. Потому что сейчас... Обязан был быть счет 3-2 уже. Обязан был. Руни на вес. Сантана дает пас неплохой на Думбию. Думбия на Санчеса не хочет, катить не хочет. Он бежит вперед. Его рубят. Санчес бежит. На фланг Думбии. Че Сейду придумает, там что-то пихается, толкается, ничего нормального не получается в итоге с этого. Ну... Азар. Не точный пас. Ну что, заканчивается первый тайм. Блин, первый матч, какой первый тайм? Фигня какую-то мясу. Прошу прощения. Так, Эрик, можно сейчас выиграть этот матч. Ван Перси в офсайде. Эх, летучий голландец. Он там кучерявый показал, блондин, что ты в офсайде был. Сейчас будет пасик. Конец будет. Думбия, выход 1-1. Думбия. Удар! И мимо! Как же Синдуби Думбия не забивает. И тем самым счет 2-2 в первом матче у нас. Вот так вот получается. Продолжим во втором матче.